Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Серега, поздоровайся. Всем привет. Вторая часть, все скримеры. Если у меня будет немножко садиться голос, я приболел. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Ну что, Серега, остановились мы на Freak Show Baby. Погнали дальше. Ну что ж, вот она, наша красопета. Она какая-то очень большая, да? Она какая-то... Как фрик, точно. Я понял, что она так называется. Мочи. У бабушки на даче было. На меня. Так, интересно, эти будут зависать постоянно? Понял. Будем знать, потому что не все аддоны есть четко работают. Так, погнали дальше. Дальше Rockstar аниматроники пойдут у нас. О, я люблю их очень сильно. Погнали. Твой старый друг Димас. Да-да-да, а я иду. Иду, но это немножко не с того пака, он-то как-то странно шагает. Тут как солдат идет. Я тебя скушать не могу. Ага. Тогда я попробую вот этого взять в Эфти. А ну давай. А что? Так. Так, Rockstar аниматроники не убивают, я так понимаю. Вообще? Ну, перейдем. А ну стой, да, может, у меня включен нет режим неуязвимости, выключен. Чё-то не мочат. Ну-ка. Ну просто не, на них нифига. Тогда посмотрим, чтобы было все видно, что это за аниматроники крутые. Угу. Прикольно, дальше. Дальше у нас пойдут из ФНАФа 6. Вот, у них по-любому скримеры есть. О, а ну давай, а я иду и... Нормально, Серега, пойдет. Угу. Ну что, пугает? А, у них нет скримаков. Да, уже с той части. Ну давай все равно всех посмотрим. Хочу, чтобы все видели всех. Это у нас? Это у нас Молтон Фредди. А по стене полезть можешь? Ну, о, четко. Серега, получается. Жалко, что по гадалку не могу ходить. Какую гадалку? Ладно. О! Что это было? А как ты жопа вверх летал просто? Это я ноуклип случайно нажал. Может, разработчик проснется утром, скажет, сделай я скримеры классные, и сделает их. Скрабэйби. Помнишь, самые первые модели, они, короче, на роликах ездили, она не ходила в них, а прям ездила. Есть даже ролики старые, можно посмотреть. А сейчас просто бегает. Ну то ладно, пойдет. О, а что-то болтает там прикольно. Ой, что я этого взял, я не знаю. Мочи меня. А этот по стене не может, да, лазить? Он только может как дурачок падать. Да. Понял. Да, дальше пойду. Sister Vacation. Так, надеюсь, ребята, мы успеем в одной серии все показать. Ух ты, здоровый кабан какой, baby. Крутецкий, ну. Оп, оп, нормально. Это ты контр, да, нажал? Да. Танцуют все. Да, нормально, ты меня на нычку убил. Респект. Так. Балора. Балора вообще крутая. Мне всегда казалось, что она больше была или маленькая такая была всегда. А это другой пак. Балора. Некоторые пропали, и уже теперь мы не сможем их найти. Да, они просто жалко. Исчезают. Удаляют их. Игру обновляют, а аддоны не обновляют, и все. Поняв? О, Эннард, он такой крутой вообще. Мне он очень нравится. Нормально так. И у нас, скорее всего, обзор аниматроников, да? А у него нету скримера. А, и у них тоже тех не было. Так. Облом. Фантайм Фокси, красавчик наш. Есть такая буква. Ну и как тебе, Дор? Блин, а в аниматронике удобно ходить. Чё-то вообще все... А, не, мочится, мочится. На меня. Так, следующий пак у нас какой? Игнайт Бонни. Это мой любимый. Joy of Creation. Музыку такую прикольную делает. На меня. Пойдет. Так, давай даже стоп-сон пропишу, потому что музыка у меня заклинила. Отлично. Крячка. Моя любимая крячка. Безрукая. Сейчас укусит. Не, она не может. Да, она может, ладно. Я пошутил, она все может. Так, у этой скример зависает, понял.
опа. Фоксяшкин. Воу, прикольный скример. Угу. Щетки вообще. Дальше идет Ignite at Freddy. Еще эпичнее. Вообще так тени прикольные, и прям помехи на экране. Красава. Кто у нас там дальше? Дальше идут Twisted аниматроники. Так, давай тоже их переключу. Вот они такие большие, да? Twisted Bonnie. Почему они такие здоровые? Мутировали. Я чувствую себя каким-то челепиздриком маленьким вообще. Много каши ели. Нифига себе, в животе пусто. Так, скривак прикольный. Так. Фоксяшкин. Челюстяхами в голову. Деревяшки. Плесневяшкин. У него еще зубы есть в животе. А, его пофиксили, теперь не так зубы видно, как раньше. Понял, его улучшили. Красава. Идет Golden Freddy. Вот это Фердюшкин. Ой, ой. Ты там внизу есть маленький. Прикольно. Просто башка. Пойдет. Фокси, вот он классный, у него походняк такой здесь Аучара. В игре. Аучара. Twisted Wolf. Twisted Wolf? Wolf. Он так лазит. Ну, видишь, в Гаррис Моде ни шерсти, ничего нельзя сделать. Поэтому он сделал то, что движок игры позволяет. Лучше никак не сделаешь. А вот скример постарался. Прикольно, рукой так фигачит. Дальше идет Five Nights at Freddy's 4. Погнали. Кто у нас там у нас? Во. А у него нет, жизни не тратит он. Давай следующего. Во. На меня. А, скримеры убираются, офигеть. Бонька. Просто псих какой-то. Ты знаешь, что я скажу, Серега? Скримеры изменены, вообще не такие, как раньше были. Офигенно. Да. Чика. Воу. Фоксяшкин. Вот это они быстрые. Golden Freddy. Две пуговицы. Это кто? Фредди. Найтмар Фредди. Ой, нормально пойдет. Ой, мой любимчик. Плюс трап. Очень сильное заявление. Проверять я его не буду. Да, мы уже его проверили. Следующий панк идет, это тоже Five Nights at Freddy's, но это уже новый. Да, это новые пилпаки. Ой, красава. Боже, мне так нравится из всех, больше всех. Самый стрёмный. Так, дальше. Я буду мочить. Ой, Чика, ну только не убивай, да, я рассмотрю. Я их не рассматривал даже. Мы просто их сразу берем и мочим. Ой, внутри у тебя какие-то цветочки сделаны. В челюстюхе. Все, и застыло, да? Мочить. Ой, Фокси, крючковый злодей. Че, Серега, как тебе, нравится он или нет? Да, но мне больше Найтмар Фредди нравится. Понял. Воу, вообще классный мужик. Тоже орёт прикольно. Ну, Найтмар этот больше орёт. Да, тут вообще сильнее в 1000 раз. Когти так прикольно сделаны. Угу. И здесь прикольно. Прям на пальцами вообще сильно постарался челепиздрик. Семки есть, найду моё. Нифига себе у тебя поза. Поза для убийства, я понял. Ой, красавчик. Плюш трав. Ну он какой-то большой, да, вот в этой части? Он в этом паке. Не то, что больше, он какой-то инвалид, вот по сравнению с этим. Это какой-то привычный нам, что ли, или то, что мы просто на нём записывали всегда. Какой-то быстрый очень, да? А этот какой-то медленный, как будто ребенок. Угу. В памперсах. Не, у него же другой режим вроде есть, нету? Нет, у этого пака аниматроников нету другого режима. Понял. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Серега и Енот. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, накачали много классных аниматроников. Не смотреть, какой же самый страшный. Пацаны, поздоровайтесь.
Всем привет. Всем привет. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Ну что, Серега, давай. Это у нас как называется? Из какой части? Это с ФНАФа 2 сгоревшие бони. Блин, он такой... Какие у него способности, покажи. Ползать. Назад. Ногой дрыгать, да? Телепортироваться, не становиться невидимым. Ну, да. В общем, полноценный нога. 52 тысячи жизни. У него скримеры есть интересные или нет? Давай. А ну. Ух ты. Головы не было, видел? Да, на меня напала чисто нога, короче, с туловищем напала. Воу, мне нравится. Далее идет одноногая Чика. Она, кстати, крутится, видел, Димас? Она, короче, так вот туловище меняет места с головой, понял? А, ну давай подождем. О, смотри. Офигеть, она перекручивается, получается. Это приспособимся, да, на F и на пробел? Нет, это просто анимация стойки, наверное. Еще... А если ты сядешь, что будет? А я присел, ничего не происходит. Чуть-чуть. Да, на контур не работает, да? Давайте посмотрим скример ее. Давай. Ух ты! Как муха. О, она так башкой дрыгает. Оп-оп. А ну, Серега, дай я рассмотрю, стой. Поблизи. Она такая чисто сгоревшая. Ткань какая-то натянута. Это мы когда атомную бомбу взрывали, Димас, вот что от аниматроников осталось. Да-да-да. Так, давай, Серега, дальше. Дальше, ну, однорукий Фокси. Ого! Прикольный. Акробатические трюки выполняет. А вот смотрите, когда я нажимаю присесть, он что-то делает. А, он что-то в зубах ковыряется. Нюхает крючок. Да, проверяет на зубок, короче. Так, невидимый. Дождь, невидимость. Так. А, ну понажимай, может звук какой-то правой кнопкой издает, или там пробелом. Не, нажимаю, ничего. Умеет. Умеет телепортироваться. Давай, да, скримеры смотрим. О, он меня крюком бьет. На, прописал. По щам мне. Писал, давай следующий, а? Далее, поломанный Фредди. Красава. Блин, у него вообще глаза нету. О, может быстро? Как червяк Джейми какой-то. Он это, да, так, как червячок. Так, оп, у него, так, смотри, Димон, волнами. Глаз нету, просто там дырка в голове вообще. Да, и это пуля его пробила жесткой такой. Так, а что он присесть, если он присядет, что будет? Ну вот, ложится. А, он просто лег, да, полежать. У него даже провода, видишь, висят, как терминатор, когда умирал, так лез. Так, ну давайте посмотрим скримеры. Давай. Ну такой себе. Кстати, кажется, как будто он стоит на самом деле. Угольный какой-то челик. Да, чисто уголек. Чисто поржать. Далее идет с ФНАФа 3-го пилпа кошмарный. Я не знаю, мне смеяться громко. Подожди, Серега, только не убивай. А ну стой, вообще не двигайся, просто я его рассмотрю. У него, кстати, смотри, руки какие, как у Слэн. Я не знаю, какие руки должны быть. Он похож на SCP. А попробуй пропеллером поиграть своим. Умеешь на там... Не-не-не-не, там пробел, либо F нажимай, там что-то должно быть, не? А, он смеется, слышишь? Ох, у него жуткий смех, конечно. Ах ты, блин, Серега, не ожидал. На щелкунчика. А ну еще разок меня жахни. Знаешь, как щелкунчик, только версия уже ожирения, понял? Знаешь, похож на какого-то этого Квазимода, такой горбатый. А, да-да-да. Тоже может становиться невидимым и телепортироваться. Так, у него жизни меньше. Балунбой съел какое-то животное, у которого когти очень большие. Ребята, смотрите, пропеллер крутится. Когда я бегу. А, прикольно. А на шифт. Не, нифига, топливо закончилось. Медленный, да? Это, короче, этот прадед Карлсона. Ну-ка, присядь, что он будет, если присядешь? Так, она такая, так, знаешь, уютненько села. Ну, о, это как она стрёмная. Она на официантку похожа. Она такая подёрта, у неё, смотри, вот этот слюнявчик весь такой в говно порванный. Ну-ка, если ты просто встанешь. О, она что-то говорит. Поднос держит. Видишь, она вот так вот привыкла, что поднос держит. Да-да-да, подноса дайте, нет. Дайте чаевые официанту. Нет, друг. О, озвучка прикольная. Да-да-да, она ещё что-то говорит нам. В общем, нормально, давай, скримачок. У тебя на правой ноге пальца нет. Блин, такие громкие скримеры. О, нормик пойдет. Давай-ка. Ребята, а в конце ролика вы напишите в комментарии, какой самый страшный аниматроник для вас показался. Далее идет починенный
Golden Freddy. Починенный? Да. А что ты внизу держишь? Челюсть, которая захочет закрыться? Смотри, смотри, он ее как, знаешь, выравнивает так вот. Мне... А, знаешь что, он, короче, честь отдает и равняет челюсть. Очень странно. Мне кажется, он просто чинит. А, не, нормально. А присядь, ну-ка. О, Дима, представь, сколько новых аниматроников теперь у нас для пряток, для Смочилова. Он, кстати, музыка поет. Крутая, да-да-да. О-о-о, давайте-ка выключим музычку. Я тоже, Димон, выключил. Все, давай, пугай нас. Боум. О-о-о, он держал меня и ел в это время. Он так, съедобный? Давай. Далее идет 40 тысяч жизни. Ой, о! Это что, это манго? Она очень смешная. Блин, ну это жесть, она получается... А ну стой, не шевелись, я просто посмотрю. Это карликовая манго вообще, очень маленькая. Кстати, у них жизни у всех разные, то 40, то 23 тысячи. Надо будет, Димас, еще проверить потом, знаешь что? Посражаться, короче. Надо будет повоевать, чтобы это... Выяснить, какой аниматроник самый сильный, не вас надо будет проверить. Да-да-да, это в следующей серии. Ребята, если вам нравятся такие рубрики, ставьте лайкосик. И мы в следующей серии запишем, какой аниматроник может... Там просто битву возьмем, там, запилим. Да. Что-то придумаем. В следующей серии и самый быстрый, и самый сильный. И самый вообще страшный. И еще и прятки с ними запишем. Но... вообще. Но если поставите лайкосик, правильно, Димас сказал. Смотри, как прикольно бегает. По звуку можно определить. Ух ты, две головяшки. О! Она такие звуки еще противные. Да. О, как это называется штука? Марионетка. Репер марионетка. Только не убивай, я хочу рассмотреть тебя. О, офигеть. Она как... Она может застыть. Как... А, о, класс, как так и будь. Да. Знаешь, что у вас похоже? На спрута, короче. На грязь какую-то вонючую. На... О, это жена Бенди. Слендер. Не, не жена Слендера. Это жена Бенди. А только в такой позе может застыть или еще в какой-то? Да. Она какие-то звуки издает. Смотри, как прикольно, когда ходит щупальцами шевелить. Да, интересно. А она проигрывает свою эту музыку марионеточную. Так это марионетка, да? Да, 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 да. Да я знал, просто проверял, знаете ли вы. Правда, она только в мазуте испачканная. Смотрите, как бегает, смотрите, как бегает. Она может невидимо телепортироваться там? Да. Опа. Оп, звуки издает. Крутецкие. Все, давай, Серега. На меня. О-о-о, она еще башку покручивает немножко. Так, давай, кто у нас там? Дальше идут с FNAF 3-го. Давай. Spring Trap. Навехенький. Только он какой-то... Не, он знаешь что? Он высокий. Смесь нового и старого. Знаешь, немножко как-то это переделано, что ли, чуть-чуть. А что у него внутри там? Красно. Ноги Фокси, это потом торс от старого этого спрингтрапа, а верх от нового спрингтрапа. Вообще что-то солянка какая-то. Да прикольный. Кишочки внутри. А ну, Серега, иди сюда на свет. А тут вот так светло вроде, нет? Да я так просто, смотреть, как анимация ползения у него. Вот так карабкает, как нет, знаешь, неестественно. Угу. Нормально, пойдет, только ускорено вроде бы. А чё там эмоции какие? Ого, он быстрый, ничего себе. Эмоции. Контрол? А, контрол ножится. Только шипит и все. Ого, ты псих. У него пальца нет, смотри, Димон, среднего. А, не, указательного. Да, нормально. Чё это среднего? У него ласты, кстати, а не ноги. Нифига что себе. Пугать? Давай. Давай. На-на, о, прикольно. Он там типа на стуле сидит и башкой качает. А ну еще раз я хочу посмотреть. А ну испугай еще раз спринтрапом, а. Ну стула не видно, ну да, полы такие деревянные. О, кстати, у меня сейчас это шипение нет, я могу рассмотреть. Во, Дима, смотри. Офигеть. Смотри, кого Серега поставил. Фантом Фредди. О, а я знаю этого. Такой, как будто он тоже старый, затертый в говно. А если ты просто вот нажмешь на Ctrl и будешь идти, что будет вот так вот, если не, невозможно, он просто стоит, он не может. А идти. Если ты будешь просто идти, вот иди просто. Ну вот, я шел, сейчас нажал Ctrl. Иду, нажимаю Ctrl. А, он останавливается. Эмоции да. Какие у него интересные. О, классные звуки. Димас, он ты что, летаешь, алло? А на носочки становится. На носочку, да. Кажется, чуть-чуть. О, прикольно. Красивый, да? Красавчик.
Болотный немножко. О, блин. А? На голове дрожит, руками трясет. Лапы у него здоровые, как медвежьи, даже Я бы сказал, что мне нравится, но они просто крутецкие. Знаешь, как у клоунов в цирке такие большие лапы, знаешь? О. Фоксюхин без лап, без руки. А у него этого нету. Знаешь кого? Крюка. Сперли крюк. Че, поломили? Да, поломили, ёлки-палки. Так, что он может? Невидимым. Так, ну, у него зубы 50 тысяч жизни. Так, такие же звуки. Офигеть, так. Он красивый. Кстати, а у Фокси должен быть хвост или не должен? Нет, а да, должен быть. Откусили, значит, хвост, оторвали руку. Было бы, понимаешь, так прикольно бы, вместо руки хвост, а вместо хвоста рука. Мастер-самоучка сделался. Я бы угорал жестко бы. Давай, Серега, пугай. На! Ух ты, головой прописал! UFC играл, что ли? Алло. Блин, это, кстати, жестко делает он. Давай, следующего. Ребята, ну это просто, я не знаю, это жесть. Это скраббейт. А что с ней? Ну просто не делай анимацию, просто ее рассмотрю. Нифига себе, вот такими ножничками, гоп, и сразу... И нет человека, можно два человека сделать с одного. Она, значит, как бабулька скраббэйби, короче. Да, она как будто старая такая, знаешь? Да, да. Наркомане! А ну понажимай, она должна что-то говорить. Нажимаю, ничего не говорит. Она только пасть открывает и машет своим этим. Понял. Она клешнями своими машет. Да-да-да, клеш. Давайте, давайте пугать. Давай. О, прикольный скример. А тут она, кстати, более-менее накрашенная. А ну давай еще разок, хочу еще посмотреть. Она накрашенная, видишь? Да, крутецкая. Более красивая. Прикольно, у нее сандали, да, закрученные на краях? Мне нравится. Да. Это как у этих шутов. Не, есть такой мультик. Сандали-скороходы, или как-то это похоже на них. Ну-ка. Ботинки-скороходы. Нифига себе. Как будто ты на коньке. А, должны быть коньки, а у нее не коньки, понятно. У нее просто ролики. Эти скороходы сделали, как по сказке, я тебе говорю. Да. Вот это ты быстрый. Следующий Ignited Golden Freddy. Да-да-да. О! Поламатый. О, смотри, как он шагает. Быстро. Он и так медленный, а здесь вообще он медленнее стал. Гоню тебя. Это он на работу, Димас, идет. Да-да, а я иду на работу через неделю. Я иду. Ого! Да ладно! Вот так вот. Вот так, да, можно даже. Хорошо. Это он с работы бежит. Да, это он сработает. До свидания! Убежал. Да, сейчас он тут выбежит. А не, я забыл это, ручку. Ручку. А ну давай, давай скримак нам зафигач. Ну-ка, да. О, он тоже какие-то волны делает. Он не может нас убивать, Димон. Может. Нет, нема скримера. А, ты нас пугаешь, Серега? Да. Ладно. Он добрый просто, он хороший. Кстати, да, вот навряд этот ли. Очень похож на вот этого. Да. О, это Фредди шляпник. Без уха. О, есть скример! А, ну примерно так же и желтый будет. Ну, да. Так, давай следующего. И последний. Давай. Креатион какой-то. Воу. Опа-на. Ребята, лайкосик. Как это? Все, он нравится. Смотри, как он, Дима, задней лапой помогает идти себе. Это вроде из пятого, да, ФНАФа, Димас? Пусть напишет в комментариях, я не знаю. Я не помню, как... Вот что-то. Смотри, как он идет и руками машет. Та-ра-та, как будто танцует. Он может по стенам лазить, смотрите. Офигеть, Диман, как Диман, ты узнал? Я так и знал, потому что он, видишь, как-то цепляется крюком своим. Офигеть, блин, можно теперь устроить... Кто быстрее ползает по стенам? Да, и препятствием сделать. Ну, мне кажется, этот пострашнее, чем Олтон Фредди. Этот Энда, или не помню, как его зовут. А ты можешь исчезать, тпхаться? Я могу. О. Да, телепортироваться могу. Но тэпать. Вместо того, чтобы становиться невидимым, я ползаю по стенам. Ты просто своими макарошками вот этими. Дима, что бы ты выбрал, телепортироваться или по стенам? Не, лучше тпхаться. Да, тпхаться. Нет, телепортироваться есть у меня. Вот, а по потолку ты можешь? Ну, не знаю. Давай я проверим, лезь. Классно смотреть. На потолок тэпнись и это, и попробуй. А я пробовал сейчас, подожди. Давай посмотрим. Как паук.
Блин, типа по потолку можно будет вообще сил. А не, жирный. Просто а не. Видишь, такого наклона нету, чтобы он перешел на стену. Мне кажется, можно. Давай, скримак. Да. Ух! Кстати, музыка играет, Димон. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Виктор Кошак. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Будем смотреть все скримеры, которые есть у аниматроников. Кошак, поздоровайся. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Будем смотреть, ребята, скримеры, на которых паках они есть. Вот мы хотели с этого пака, но здесь нету скримеров, поэтому будем смотреть, где есть. Ну, надеюсь, вам понравится. Ну что, Кошак, давай начнем. FNAF 3, погнали. Так, первый у нас скример — это Phantom Fox. Погнали. Постараемся, ребята, максимально много показать. Надеюсь, у нас получится. Так, убираем. Следующий у нас на очереди Phantom. Давай. Ух ты, красавчик. Так. Погнали. И дальше. Последний этот пак. Воу, надеюсь, в ролик даже влезут все аниматроники, которые у нас есть, потому что очень быстро получается, и мне это нравится. Так, следующий пак у нас какой получается? FNAF 4. FNAF 4. Погнали. Это Джек он Бонни. Воу, кстати, эти скримеры обновили, они не такие раньше были. Наконец-то мы хоть увидим что-то новенькое. Так. Балун бой. На мине. Красавчик, красавчик. Мне нравится это уже. Дальше. Мангл. На мине. Прикольно. И марионетка Найтмэри. Красавчик. Так, следующий пак у нас какой? Так, давайте будем вместе смотреть. Ага, вот из новых. Погнали. Так, это у нас Эндер. Красавчикс. Многие спрашивают, как убирать скримеры зацикленные. Вот, ребята, в постобработке и любой ставите и убираете, и все. Дальше. Теперь Shadow Freddy. Вау. Прикольно. Ой, я с маской. Я без маски. Это у нас Wizard Boy. Достойный. Ребята, потом напишите в комментариях, кому какой больше всего скример понравился. Визера Чика. На мине. Так, дальше. Фокси. Так, это у нас Визера Фокси. Воу, вот этот классный скример мне нравится очень, когда он прыгает в лицо. Визера Фредди. Отлично, получается вроде бы все как я хочу. Тут у нас Визера Голден Фредди. Ой-ой-ой, прям челюху засовывает себе. И так, голова видно. Головешки. На. Отлично. Так, следующий пак у нас какой? ФУППР 3. Так, это у нас получается будут все фантомы. Они не убивают, они просто пугают. Понятно. Есть такая буква в алфавите. А, я живой. Так, сейчас вылезет. Вот мне нравится анимация, как они вылазят. Это очень круто сделано. Это будет эпически. Так, сейчас Чика будет вылазить. Смотрите, ребята, очень классная анимашка. Оп, оп, никого. Прям с экрана. Давай. Фантом Чика. Класс. Так. Фоксяшки. Ой-ой-ой, прям сальтухи крутит. Давай. Воу! Прям такой быстрый скример и все. Так, сейчас будет расшатываться и падать, я помню. Бум! Вылазит. Красовешный. Весь такой обдертый. Потом Фредди. Давай. Прикольно. Так. Мангл. И такое есть. Так, сейчас будет у нас марионетка вылазить, любимая наша. Марионеточка. Воу. Просто на экране скример такой. Глазами влево-вправо смотрит. Эпично. Ничего не проходит? Ладно, давайте уберем и поставим. Так, это кто у нас? Принг Эндо. Эндоскелет. Давай, красавчик наш. Он убивает. Да, неплохо.
Так, спринт-рапушка. Так прикольно на раскорячке становится, чтобы встать. Ну-ка. Спринт-рап. На меня. А этот убивает, я вспомнил. Так, следующий у нас балун-бой. Это уже совсем другой пак, да, пошел? Да, это уже ФУППР 2ТЕ. Давай, есть... погнали. Так, они убивают только в ночное время. На. Так, у них скримеры не зацикливаются. GG. Давай. Только смеется. Следующая Магнус. На. Эпически. Так, маринетка. О, привет, я тебя знаю. Воу, от маринетки классный скример, прям в лицо такой. Прикольно, страшно. Скелет марионетки. А это эндоскелет. Перепутал. Так, это у нас тень этого, Бонни. Давай. На, прикольно. Дальше. Это у нас злой Бонни. Стандартный был скример. Злая Чика. Вот, у нее зубы такие острые прям. Блин, классные скримеры. Они не зацикливаются, офигенно сделано. Ой, глаза такие закачанные. Твой Фокси Найттайм. Красава. Так. У нас твой Фредюшкин. Стандартный скример, но переделанный немножко. У нас твой Голден Фредюшкин. Давай. Ух ты. Пойдет, пойдет. Дальше. Это у нас твой Трап. Зачем же ж так орать, а? Прям нравится, наверное. Угу. Так, на этом паке у нас... Следующий у нас. Следующий ФУППР УМ. Так, он визорит Бонни. А. Че, он не мочит? А он просто болтает. Он договорит. Вот. А, вот так же ж надо перевоплотиться, я помню. Но! Пойдет. Следующая Чика челюстная. Челюстная Чика. Ух ты. Норм. Фокси. Челюстный Фокси у нас. На меня. Фредди. Он визорит Фредди. Ой-ой-ой, классный скример. Голден Фредди, летающий. Вот, этот вообще классный. Мне все нравятся. Так, этот пак закончился. Следующий. Бонни зе Банни. Погнали. Переделанный полностью. У них, по-моему, несколько скриншотов. А ну. Этих. Во, другой совсем. Да, у них по два, получается, скримера переделанных. Обычный и необычный. Вот, когда у него глаза открытые просто. А ну сейчас. Вот, теперь глаз у тебя один заедает. Блин, так классно туловищем крутит. Вот, теперь глаза у него. Да, по два скримера на каждый. Разработчик просто запарился, молодец. Да, неожиданно ты испугал. Немножко отдернулся. Да-да-да. Давай, да-да-да. Давай, пугай нового человека. Так. Блин, классно разработчик это запилил. Твой эндоскелетон. Да, и голова вверх ногами, и красное глазище. Так. Это Фокси. На. Пойдет. И? Это у нас страшный Фокси. Ночной режим. Пойдет. Фредди. Так, Фредди. Вот это вообще рукописные все скримаки. Все переделанные, необычные. А ну-ка, это какой будет? Фредди, который потерял микрофон. Давай. А микрофон, интересно, лежит там на полу или начесает? Он исчезает моментально. Понял. Так, Голден. Стандартный, знаем такой.
Так, у него всего два, у него нет. Ой, блин. Одинаковый вроде был или нет? Не помню, надо будет на монтаже посмотреть. Так, у тебя киксиатина. Давай, добей меня. Ты же тогда не убил? Будет скример? Мы так и не проверили, есть у него вообще. Ого, просто держишь? Да. Давай. Ня. Просто убивает, да. Он, дальше. Видимо, легенький такой. Так, у нас Purple Fire. Ну-ка. Ой-ой-ой, с ножом. Эпик. Так, это Repired, у нас Фокси. Repired Фокси у нас почини. Давай. Воу. Прикольно. И не починены. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, как всегда, отличнейшее настроение, и сегодня мы играем в Гаррис Мод, будем смотреть, у какого аниматроника самый страшный скример. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Так, и хотелось бы еще сказать перед роликом, что у Димон создал себе канал на Ютубе, и ссылочка будет внизу, хотите, заходите и подписывайтесь. Пугаю тебя кошмарным... Стой, я не готов. Стой, блин, напугал. Так, ну такой скример себе, знаешь, Димончик? Так, я к тебе лечу, чтобы не ходить, потому что мне эта местность больше всего нравится. Слабенький. Так, давай, Димончик, следующего. Блин, он страшный. Так, давай его рассмотрим. Это у нас Бонька. Да, кошмарный, из четвертой части. Да, он крутой. Ухо так у него загнулось чуть-чуть. Круто, даже видно там... Будь готов всегда, Димас. Я уже это понял. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Такс. Так, кто у нас там следующий? Чика. Тоже кошмарная? Угу. Четвертая часть. На плече у него, смотри, этот кекс такой страшный сидит. Круто. Подожди, только не пугай, подожди, Диванчик. Ладно, смотри. Да, я рассмотрю. Тут, конечно, жесткий пацан. Руки, когти, да? То потому что все играют обычно, да? Гаррис Мод. Ну, прямо вот так скины не рассматривает никто. А мы рассмотрим все. Класс. Вот. Круто. А внутри, посмотри, есть что-нибудь внутри? Смотри, даже, кстати, этот, внутри три челюсти. Это странно, почему так сделано? Одна в одной и еще одна. Ну а что, Димон, давай, пугай. Ух! Кто у нас там следующий? Так, у нас прошло три аниматроника, кошмарный Фокси. Во, так-то я его крючок рассмотрю. Хотя посмотреть, он острый? Он очень острый на краю. Прям мне нравится. Так, ну давай, будем смотреть его скример. Прикольный, сзади шкафы, как с FNAF 5 дом. Кстати, пускай в комментариях, вот кто нас сейчас смотрит, зрители, напишут, какие любимые аниматроники у них. Там часть пускай напишут, а потом, я не знаю, через дефис. Дефис. Напишут что? Напишите часть, и потом сразу же напишите, какой аниматроник. Очень вот, розовый Димас, бантик. Это мой любимый аниматроник Фредбер из четвертой части. Смотри, какая у него челюсть. Посмотри просто на его челюсть. Акула в сторонке отдыхает просто. Он крутой. Смотри, а у него на животе эти есть его. Как его? Зубы. Ого. Кстати, я не замечал. Он такой какой-то. Стрёмный. Ну давай. Смотри, он такой огромный, да, а сверху такая розовенькая миниатюрная шляпка. Да, кстати. А ну дай посмотри его пятки. Такой разломанный весь уже, пошарпанный, но, ну, на ходу еще, да? Механизмы работают. Ну что, готов? Да, давай. Раз, два, три. Присаживайтесь на стульчик, я вас угощаю. А, я удалил Alt-E. А не удалил. Я слежу. Смотрите, ребята, Папайру сидит. Так, что у вас есть? Рассказывайте. Сценка, миниатюра. У нас есть... Не нервничай. У нас есть много. Много чего есть. Ну, принесите мне мороженое, пожалуйста, шоколадное. А, мороженое, ща принесу. Тебе реально надо озвучивать. Все, я пришел, держите. У него лапы длиннее. Ну, руки, скорее всего. И на конце какие-то штыри зеленого цвета. Он этот, культист. Ой, культарист, ой. Оккультист. Так, ну чё, зубатый? Подожди, у него вверху какие-то зубы желтые. Ты чисть зубы, потому что, знаешь, у тебя как бы повыпадает кариес, там проржавеет. Понял? А, ну это да. Само собой, как говорится. Кстати, одно ухо подротое. Видно, где-то уже, ну, пострадал. Кто-то надкусил. Ну давай, пугай меня, я готов. Ух, крутецкий.
Скример. О, соплячье. А ну иди сюда, я его рассмотрю. Ну сядь, не двигайся. Ты очень быстро бегаешь. Ну такой прикольный. Чипзик. Ну вот сейчас вот неприкольный он был. Ого, злобный. А я помню скример его. Классный такой скример. Да-да-да. Так, дальше давай. У него нету скримера, это просто понты. Да-да. О, бэйби. Ого, ты когда это сделал, у тебя в это время голова расщепирилась. Чё она ещё может? Она может телепортироваться. Орать как бы. И всё. Да, ну и всё, в принципе. И очень быстро бегать. Она очень быстро. Как марионетка, да? Быстрее. О, Димас, можно будет следующую серию спилить? Кто самый быстрый аниматроник? И сделать типа да, гонки. Да, посмотрим. Если ребятам понравится, можете написать в комментариях, кто мы запилим. Ну чё, гоночки. Давай, страшилище, пугай меня. Боганулась? А ну еще раз, Димон, испугай. Да. Нет, нету скримера. Ну, странно, кстати. А, может это не та бэйби. А ну давай другую. А ну эту давай. А ну подожди, не пугай, я посмотрю ее. А чё она может? Она поломанная, у нее нету глаз. О, она что-то говорит. Класс. Как в игре сделано. Точь-точь. О, ты на жопе скользишь. Как кошки по паласу некоторые так делают. А чё ты так? Ух ты. Немножко дернул. Тоже не было скримера, Димон. Странно. Так, чё она может? Как тебе? Вот, ты поешь. Певец прям. Круто, это когда идешь в темноте, она там кружится. Да, так танцует. Да-да-да, вот так вот. Ну все. Принимай скрин. Ну чё, давай, пугай. Ух, у неё классный. И всё? Ну, вроде да, всё. А ну дай его рассмотрю. Опа, невидимый стал. Невидимый такой стал. Ты же за Папайрус играешь, да? Да. У него, кстати, зубы у Папайруса такие большие тоже. Покусаю. Да не кусайся. У этого тоже двойная пара зубов. На, Димас, держи. Ух ты! О, Балон Боюшкин! Мы его видели уже много раз. Но все равно он классный, да. Поздоровался с тобой, а что ты не здоров? Привет. Давай, Димон, дальше. Он скучный. Ну не кусайся, ну не надо, не надо. У него скримера нет. О, Мангл! Мангелиха. Так, только не кусай, я не боюсь подходить как-то. Психология уже привыкла, а что она пугает. Она шевелит, у нее там электричество, видно, поступает. У нее дергает. Как думаешь, что у нее это рука или нога? Вот то, что торчит. Ну, вроде как нога. Перепутала кто-то что-то. Чуть совсем. Но она добрая. И стучит по-доброму. Да. О, Бонька. Наш любименький. У Бони мне все время прикалывает его хвост. Смотри, у него хвост какой. Да. Ну давай, пугай. Понятно. Вот, Димас, кто ноги качает, так это Чика. Смотри, у них. Да, она какая-то подкачанная. Ноги прям качок прям. Так, ну чё? Давай. Злая Чика. Фредди. Так, рассмотрим Фредди. Фредди классный. Чёткий вообще пацан. О! Этот Бонька, не знаю. Какой лучше, с той части или с этой даже. Ой, а чё с опозданием? Скримера нету. Давай.
тоже сразу дамажит, ваншотит. А этот в спящем режиме. На зарядке стоит. Зарядка завершена. А ну побегай. Он прикольно открывает челюсти. Как будто ржет, когда бегает. Замедленным действием. Танцует. Только полы вымазывает здесь, топчет. И крючок у него классный. На мине. Нету скримера. Но он прикольненький. Так, Фокси. Ой, Фокси. Фредди. Фредди. Чё, тоже в спящем режиме? Спит. О, открыл глаза, когда бегает. Да и танцует. Он их прям выпучивает. А когда останавливается, раз их и закрывает. А ну остановись. Это смешно. Ну-ка, давай. Вот так, да? Хорошо. Он сначала кричит, ну типа пугает, а потом... Да, потом уже... убивает. Кстати, в оригинале так и есть. О, Голд Фредди. Погнали. На! Хочешь, что мне прям бошку отбил? Угу. Так, кто у нас еще? У нас еще есть... О, Бенди! Здрасте! Как думаешь, какой у него рост? Ну, 3 метра. Даже ну, больше, наверное. По толкам, если ориентироваться, ну вот 2... Ну да, где-то 3 метра. Смотри, у него скример классный. Давай. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Виктор Кошак. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Третья часть, какой аниматроник самый страшный, потому что у нас будет пилпаки с третьей части и пилпаки с четвертой части кошмарные. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. У кого день рождения, с днем рождения. Кошак, поздоровайся. Всем привет. Ну что, давай будем начинать. Все ждут этот ролик. Показывай, кто там у нас есть. С какой части ты начинаешь? С третьей? Я начинаю с третьей части. Все, поехали. Я тебя только чуть не вижу. А вот я шарик. Это Фантом Балунбой, этот шарик Балунбой. А где он сам? А-а-а, вот так вот, неожиданно. Это точно будет рубрика «Какой аниматроник самый страшный». Так что, ребята, пишите в комментариях. Не забываем оценивать ролик лайком и подписываться, мне очень приятно. Ролики выходят каждый день для вас. Он умеет проваливаться. Ну, это я вижу, да. Пока. Так, что дальше? Говорить. Орать. Пойдет. И на этом он заканчивается. Вот это класс, ну тогда мочи меня. Воу, кстати, видишь он, как мочит классно. А он у тебя хп не снимает. А, я просто дышу. Да. Я испугался. А, он только пугает, пугает, как фонарик остался. Так, кто там следующий. Еще? Во, кстати, это что под за подставка, вешалка? Сейчас он обычный манекен, но если чуть подождать... То? Он оживает? Воу! Офигенный пак, мне очень нравится, реально круто. И чё еще? Маску выкинул, видели? Это очень эпично сделано. Звуки какие-то издавать. Тут получается, когда ты стоишь бездействуешь, какие-то они вещи делают. А, ну просто. Да, ладно, мочи меня. На, красавчик. А я тоже, они меня просто пугают. Ну да, ФНАФ-3 они ж не убивают. Фантон. Давай следующий у нас. Это у нас Чика. Фантайм Чика, я вот вижу, да. О, прикольно, тоже надо ждать? Да, вот смотри на экранчик, смотри на Смотрю. Так, ребята, сейчас, наверное, будет скримак. О, вылазит! Воу, смотри, чпонькс. Только не самого экрана, а как-то слева от автомата. Ну, смысл прикольный. Так, что она еще может? Она умеет тоже вот так шевелить поп. Танцует. Так, какие-то звуки издает. Очень прикольные. Чё еще? Во! Прикольно. Ага, всё. Будет под землю и убил. Испуг. Точнее, пугает. Сразу так дыхание зачищается, добавляет антуража. Ничего, следующая, ребята, серия у нас будет «Аниматроники пугают охранника» с новыми аниматрониками. Я просто решил всех показать перед тем, как записывать их, чтобы вы знали, кто что может. Так. Это у нас... Фантом Фокси. А чё, тоже ждать? Опа, вылез. Красавчик. Так, чё он может? Он у нас вот так стоит. Как будто звук гавканья издает.
Так, смотри, 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 какой стрёмный. Так. Стрёмные звуки издаёт. Понял. Опа! Типа падает на спину и исчезает. Я вижу тень. Ладно, мочи меня. Давай. Ох, прикольный испуг. Так, следующий у нас Фантом Фредди. То же самое, да, как и Бонни будет? Не, у него совсем по-другому чуть-чуть. Ого, расшатывается. Бум. И вылазит с того места, где оно было. Так, смотрит, никого нету. Я здесь. Так. Тоже стоит, дрожит. Блин, они такие все черные, страшные. Издает звуки. Так, я понял. Мочи меня. Отлично. Так, следующий у нас Phantom Mangle. Мне нравится анимация, такой... как они появляются. Очень эпично. У нее такой подарочек рядом. Так, Вова вылазит. Чик. Блин, ну так ночью, если увидеть, очень можно испугаться. Ну да, так можно в штаны наложить. Чё она еще может? Она умеет ходить. На четырех лапами. Ногах. И так же просто, на двух. На трех, на трех. Ладно, пугай. Она еще издает звуки. Во-во-во, это ее козырный звук. Слева-то голова прикольная у нее, живая. Так, следующий у нас Фантом Пупет. Марионетка. Опа, маленькая шка. Воу, как она туда поместилась? Это магия. Это я понял. Она умеет летать в двух фазах. То есть это медленная и быстрая. Ничего себе, психичка. Она издает звук. Такой криповый звук, я тебе скажу. Так, что и... еще? И прыгает как в воду. Рыбкой, да? Да. Хоп, и вниз пошла, под землю. Ладно, пугай. Отлично. Скример такой на лице. Как его убрать? А никак. А, не, все. Так, следующий у нас Spring Endo. Это эндоскелет Spring Trap, так. Так, сейчас он возродится или этот... А, просто оживает. Хоп. Блин, какие они криповые. Он умеет вот так стоять. Кланяться. Что еще может? Издает звуки, как Spring Trap. Понял. Умеет пугать вот так. Круто. И? Еще звуки и убивает. Так, и последний у нас этого пака Spring Trap. Просто. Самый, который может меня убить. Этот точно меня убьет. Так, сидит, сидит. Дрожит. Холодно, так. Что ли? Нет, его... Это же человек, которого в костюме заточит. Ага. Ему больно. Понял. У него три фазы. Это была первая, вот вторая. Прикольно. В фазе он ходит как инвалид. То есть ему... Он издает звуки. Я слышу. Я даже прислушиваюсь. Так, прикольно. Голову оторвает? Нет, он просто хватается за нее. Я думал, он себя разорвет сейчас бошку. Он такой, теперь... его рассматривать можно даже. Ну да. Теперь, чтобы можно было хорошо ходить, он себе челюсть. Так, так, так. Чё... О. О, теперь можно нормально ходить? Быстро. Да, он ничего даже... себе. И звук такой металлический классный. А ну до стены подойди, покажи, как он умеет. Ну, он еще умеет подходить к стене или к стеклу и такой... Хоп. Типа смотреть в окно. Так, ладно. А ну давай проверим, мочит он или нет меня. Убил? Убил. Убил. Вау, теперь точно я слился. Так, ну что, ребята, следующий пак у нас. Четвертая часть, кошмарная. Поехали. Nightmare первый. Мак 4, самый большой аниматроник Nightmare. Он так классно дышит. Он умеет громко, очень громко рычать. На Катраэл. Ух ты! Вот это он стрёмный. Также слышно, он как дышит. Звуки. Так, я слышу, да, издает. Вот это кошмарный смех. Ой-ой-ой, ты чё? Так, так, так.
Нормально. Что он еще может? Исчезать, ТП-хаться. Невидимым и есть лин. Мочи. Так, следующий у нас Nightmare Bonnie. Nightmare Bonnie, он у нас умеет говорить. Музычку издавать. Не просматривать. У него пружины на пальцах. Он у нас присаживается. Так, также исчезает. Также телепортируется. Ага, вот ты. И убивает. Давай. Бум. Стрёмные очень они. Так, следующая у нас Чика. Чика, она у нас умеет... Воу! Смеяться. Неожиданно. Такие звуки услышать. Угу! Открывает пасть. У вас тут все четко, ни одного... Ни одной пломбы. Становится без... Бессмертной невидимой, я понял. Бессмертной невидимой. И? Телепортируется и убивает. Бум! Так, следующий у нас кто? Фокси. Фокси, он у нас... Рычит. Эпично. Блин, озвучка классная. Ого, у него челюсть открывается. Да, это реально очень страшный пак. Один из которых я самых страшных видел. Звук какой-то. Ого, он прям тпхается в пузо мне. Невидимый и убил. Бум. Так. Nightmare, кто там у нас? Фредбер. Nightmare Фредбер. Он у нас. Ну-ка. Воу. Громкий звук такой. Я вижу тебя. Тоже смеется, как и Nightmare Фредбер. Телепортируется, становится невидимым. И мочит. Так, следующий у нас Фредди, кошмарный. Nightmare Фредди, он у нас умеет сидеть. Вот это у него стрёмная такая посадка на картофанах, и челюсть открывается. Так. Становится невидимым. Прикольная озвучка. Телепортируется в пузо. В пузо, да. И убивает. На. Так, следующий у нас... Плюш-трап. Он умеет сидеть. Он какой-то большой, да? Говорить он, да, он такой большеватый. С размеров человека, можно сказать. Ну, нет. За какой человек. Прыгать может, это стандартно. Прыгать, умеет бегать. Очень быстро бегает. Ничего себе, вот им классно будет в прятки играть. И все, он даже говорить не умеет, его обделили даром. Понял. Что убивает. Отлично. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все, пока!